По данным Нацбанка, на 1 июля текущего года банки выдали субъектам предпринимательства займы на 13,5 триллиона тенге. За год данный объем вырос на 14,4%, передает информационное агентство ЛС. Основная доля кредитов приходится на малый и средний бизнес, чуть больше 8 триллионов тенге, на крупный свыше 5 триллионов тенге. В разрезе регионов лидируют Алматы и Астана. Меньше всего поступают заявок от предпринимателей Туркестанской и Ултавской областей. Займы в основном оформляют промышленные секторе. Наименьший объем кредитования приходится на сектор связи.